На оккупированных территориях Азербайджана были совершены множество массовых убийств, одно из которых – Ходжалы. Однако страны и организации Запада промолчали об этом. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, выступая на митинге в Сакарье. Азербайджанские территории, в том числе Карабах, находились под оккупацией на протяжении многих лет. Там были совершены множество массовых убийств, одно из которых – Ходжалы. Однако никто не предпринял никаких действий, сказал турецкий лидер, по словам которого международный организации, в том числе Совбез ООН, также молчат о событиях в Сирии и в секторе Газа. «Одним из наших важных обязанностей – это объявить о варварствах против наших братьев из Газы и предотвращать усилия Израиля по дезинформации. На сегодняшний день более 30 тысяч палестинцев были жестоко убиты. Более 70 тысяч получили ранения. Число представителей СМИ, убитых Израилем с целью заставить замолчать свободную прессу, превышает 100. Лидер Турции также отметил, что Турция не видит поддержки от международных организаций в случае каких-либо бедствий. Поэтому мы говорим, что ни одна международная организация не защитит нас, но мы можем защитить сами себя. Кроме того, Эрдоган отметил, что Турция успешно борется с терроризмом. Несмотря на трудности, Турция не сдала эту райскую землю империалистам, захватчикам, предателям и террористам. Мы также не допустили создания террористических государств на наших южных границах, добавил турецкий лидер.